Привет, мои дорогие, еще раз. Песня, кстати, классная. Сегодня у меня к вам вопрос. Я все время вас что-нибудь спрашиваю, в итоге не слышу ответа. Точно так же, как было в предыдущей трансляции, я спрашивала вас, где кто, вот, и в итоге даже не слышала ответы. Сейчас спрашиваю вас, кто куда на Новый год. Напишите мне. Привет. Привет всем, кто присоединился. Вот. Вот они какие, московские пробки. Да не то слово. Стою на Смоленке уже 20 минут. Привет, привет. Так что давайте, ну рассказывайте, кто куда едет на Новый год. Я дома, возможно, отдыхаю. В МСК, потом в Осетию. Дома. Гоа, классно, кстати. У меня знакомые тоже летят на Гоа, но, правда, они не на Новый год, они на 5 недель с середины января. Может, в Домбай. Кстати, Домбай тоже сегодня обсуждал, что там будет очень классно. Загородный дом. Ночь. В Санкт-Петербург, в Иерусалим. Ух ты, классно как. Дома с семьей. Вот мне интересно, кстати, многие ли остались дома, или все-таки куда-то валят? С семьей, любимым дома. А ты, Дашуль, пока секрет. Но вы знаете, что я улетаю, а куда, все потом обязательно покажу вам. Дома. Ой, Линочка, привет. А где ты будешь именно дома? Привет, моя хорошая. Ты много раз мне уже писала здесь. Я что-то все как-то не успевала увидеть твои сообщения. Узнали, наверное. Машины должны разъехаться. Открой окошко. Ой, сори. Нет, я не могу. Привет. Мы дома. Нет, я не похожа на Лопыреву. Я похожа на Дашу Акоеву. Привет, красавица. Привет. Когда улетаем мы на следующей недельке, в серединке. Я работаю, Даша в поте лица. Элина, ты такая молодец. Спасибо, спасибо вам огромное. Как-то обычно в это время народу прям полно-полно. Сейчас 97. Привет! Привет! Привет из Перми. Хорошо, говоришь, спасибо большое. Ты русская? Какая я? Написано у меня в профиле. А я вот работаю, у меня маленькое дело, праздники для детишек. В прошлом году пришла домой в 23:40, с ума сойти, 23:40, да, всего 20 минут. А как, кто стол накрывал тогда? Расскажите, это, наверное, родственники делали все? Привет из КЧР, привет, КЧР большой. Много ли я отрезала? Очень много. Мы идем на восточную вечеринку «1001 ночь». О, прикольно, а где она будет проходить? Вот как я много отрезала, видите, много-много. Что будешь загадывать под бой курантов? Наверное, только здоровье себе и близким, потому что все остальное есть, слава богу. Привет из Грузии. Рогорахар, Грузия, или это... Ну, конечно. Правда, сильно постриглась, круто выглядит. Почему решилась? Да просто надоели сухие концы. Я считаю, что волосы должны быть не обязательно длинные, главное, чтобы они были ухожены. Хотя длину тоже очень сильно люблю, вот после такого... кардинального отреза буду обратно отращивать. Челочку с ним спасибо. А когда ты уже уезжаешь? 30-го, Илиночка, уеду. Да, что успеваешь ответить всем, красотка. Тебе очень идет. Спасибо огромное, Зуняша. Зунь, спасибо. Дашуль, очень идет тебе. Спасибо большое. Когда мы узнаем? Ну вот я же сказала, 30-го числа улечу. Кстати, Дашуль пока не успела. Привет из КЧР. Правильно сделала. Тебе очень идет. Спасибо. Спасибо. Мне правда очень приятно, потому что ну, у меня двоякое к этому отношение. Ну, под лицо все к лицу. А хочется кудряшки или волны сделать? Когда? Мужу понравилось, все никак не решусь, тоже постричься. А мужу нравятся очень все мои изменения. Муж очень у меня красавчик в этом вопросе. Дашуль, пока мучаешься с челкой, мне так нравится. Да, мучаюсь сегодня, потому что я 3 целых дня ходила с салонной укладкой, мне было так легко, подручно, и хвостик, и расчесалась, и красивые волосы. А сегодня с утра встала и обалдела. Честно говоря, своими руками, конечно, сложно за ней ухаживать, но не знаю, либо почаще буду в салоны ходить, но, наверное, это не случится, потому что времени на это совсем мало. Либо приучусь сама по-хорошему ее заправлять. Мы чуть-чуть двинулись, но опять вот совсем проехали буквально 10 метров. Вот. Чёстка классная. Спасибо огромное. Спасибо вам большое за салют.
кто-то зелененький и малиновый очень активно их мне ставят. О! Не только. Вау, какой салют! Спасибо огромное. Ну все, все, сразу уже настроение новогоднее. Да, уже поработала. Сегодня уже короткий день. Кошмар. Люди ведь в московских пробках везде опаздывают. Ну нет, не все опаздывают в московских пробках. Если человек предварительно знает, сколько он будет ехать. Вот. Хотя некоторые люди сейчас советуют для этого самого в аэропорт закладывать где-то поездку 3-4 часа. Вот. Привет, Дашуль, красоту ничем не увидела, сори. Сейчас, потому что мы тут проехали, сейчас я опять встану на какое-нибудь место козырное, объеду всех справа, я же любительница. Посоветуй, пожалуйста, крем для лица. Не знаю, смотри, какая у вас кожа, жирная, сухая. Вот у меня, например, жирная кожа, мне ламеровский крем не подошел, он для меня был слишком жирный. А я, оказывается, не пристегнутая. Вот, могу посоветовать вам Estée Lauder Night Repair, очень классный. Вы стали светлее, да. Господи, какие дурачки, как всегда на проводе. Ну ладно, не успела заблокировать. Что, хотя бы марку Estée Lauder? Очка, Дашуль, куда едешь? Еду домой. Забила, я хотела в европейский поехать. Мне надо кое-что сделать. Там очень много всего, наверное, перенесу это на завтра. И еду домой, потому что там такая была пробка на въезд, нереальная. Где сделала прическу? Дома. А вот стрижку сделала, извините. Стрижку сделала в салоне. Вот. У меня очень сухая, что посоветуете? Дашуль, скажи по поводу солярия, польза или вред? Ну, смотрите, если, во-первых, у вас в роду у кого-то есть хоть какие-то патологии кожи, в частности меланома, да, вы знаете, наверное, что это такое, то тогда вам категорически запрещено посещать солярий. Более того, если вы просто находитесь при любой какой-либо инсоляции, вам нужно пользоваться кремами, притом не просто там 20-30, а желательно с фактором 50. Вот. Что касаемо солярия, ну, я вам могу так сказать. Раза три в год сходить в солярий, это безопасно и может быть даже полезно. Если же вы ходите чаще, как, например, это делает Даша, то это может быть и во вред. Вот. Что там, Илин? Вот, вот мой ремень. Тут новые лайки вышли. Попробую в следующий раз поставить хэштег Christmas 2015 снова. А что значит эти хэштеги? В перископе хэштеги? Хэштеги. Как вы относитесь к косметике Тони Моли? У меня ее никогда не было, не могу вам никакого мнения своего сказать. Милая очень стала, чаровашка наша Даша. Спасибо большое, только не прошла, кто мне это написал. Как обрести уверенность в себе? Там тебе замечание сделали про ремень. А, спасибо, Илин, что ответила. По теме солярия, мне 4 месяца назад удалили фиброаденому. Солярий отменяется для меня. Конечно, конечно. Никаких, никаких соляриев. Н-н-н. Ни в коем случае. Сейчас, подождите, я помогу автобусу выехать, а то он из-за меня не может чуть-чуть проехать. Ну, он, по-моему, и не жаждет этого. Что в названии? А, в названии ставишь хэштег, да, по-моему, вы написали? Я узнала, что если написать в хэштеге birthday, то будут вместо лайков шарики. Будут снежинки лететь вместе с сердечками. Да вы что, как круто, буду знать. Будет у нас новогоднее настроение с вами. Кроме сердечек, там еще елочки. Т.д. Классно, весело. Да, согласна с вами полностью. Спасибо вам, что вы со мной. Мне не так скучно сейчас ехать в пробке вместе с вами, мои дорогие девочки. Мы Спасибо. Ой, Юль, ты такая тактичная. Если ты хочешь меня что-то спросить в таком роде, напиши мне. У тебя же есть мой телефон. Я еду домой. О, какой ты тактичный, мой ты хороший, а? Дорогие мои, я прощаюсь с вами, поскольку мне нужно сделать самый главный звонок. Я вас целую, хорошего настроения.